Родина! Ой, Сереж, что случилось, Сереж? Не знаю, мне очень плохо. О, господи, Сереж, с тобой точно все хорошо, может скорую вызвать? Черт, нет! Нет, не трогай меня! Че творим, бро, меня зовут Сергио Нильси, бро, сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду, ведь, поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами, так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной бандой на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм Банда, сегодня у меня просто безумная идея. В моем городе открылась новая подозрительная пиццерия. И вы не поверите, но ее название Фредди Фазберс Пицца. Это точно та самая ужасная пиццерия Банда. Только представьте, сколько убийств там каждый день свершается. Эти аниматроники. И я смог достать номер этой пиццерии, и сегодня в 3 часа ночи я закажу эту пиццу к себе домой. Так что, банда, давайте на этом видео наберем 40 тысяч лайков. И я сам лично отправлюсь в эту пиццерию ночью. Только представьте, что там за жесть будет происходить. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также смотри в описании, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про аниматроников, в том числе и про пиццерию Фредди. Так что, бандит, скорее чек описание, ставь лайк. А мы тем временем звоним и заказываем эту пиццу. Погнали! Банда, надеюсь, вы готовы. Номер этой пиццерии я нашел в Даркнете, и звучит он так. +1 800 329 23 27. Прямо сейчас я позвоню на этот номер и закажу пиццу из этой пиццерии Фредди Аниматроника. Тем не менее, я уже набираю. Окей, банда, я уже им звоню. Просто посмотрите, идут гудки. То есть этот номер настоящий. Мне так страшно, банда, просто жесть. Да, добрый вечер, я бы хотел заказать пиццу к себе домой. Домой? Мы не доставляем пиццы домой. Приходите в нашу пиццерию. Но на сайте было на... Хотя, для вас сделаем исключение. Пицца будет доставлена вам в 3 часа ночи. Почему так долго? В 3 часа это очень... Ничего не знаю. Оплату мы снимем с вашей карты. Что? Откуда вы знаете мою карту? До свидания. Что за бред, банда? Он просто отключился, там звучал какой-то робот. Откуда они вообще знают номер моей карты, чтобы списать с нее деньги? Что это за бред, Суприм Банда? Он так странно разговаривал, похоже, я общался с аниматроником. Только какой это аниматроник, я пока что не понимаю. Тем не менее, банда, нужно дождаться 3 часа ночи, когда придет эта пицца. Посмотрим, что они мне доставят. Быстрее! Банда, сейчас 3 часа ночи, кто-то стучит в нашу дверь. Похоже, что это курьер доставил пиццу из пиццерии Фредди. Мне просто не верится в это, Суприм Банда, она реально существует. Тем не менее, вы слышите, он реально стучит. Давайте посмотрим, кто там. Итак, банда! Что там? Вроде бы никого нету, я никого не вижу. Это очень странно, банда, ведь только что кто-то стучал в дверь. Тем не менее, давайте откроем, посмотрим. Господи, банда, я так переживаю, тем не менее. Вроде бы никого нету, я никого не вижу. А что это на полу лежит? О, черт, только посмотрите, это же пицца Фредди. Тут прям его логотип, вы видите эту жесть, Суприм Банда. Куда мог деться курьер? Я без понятия, возможно, его убили аниматроники. Тем не менее, пиццу нам доставили. Просто посмотрите, здесь даже нарисован Фредди Фазберс, он очень страшный. Тем не менее, банда, мы теперь точно знаем, что эта пиццерия есть прямо в моем городе. И мы обязательно должны туда отправиться следующей ночью. Так что, банда, давайте 40 тысяч лайков, и я это сделаю все в ваших руках. А пока что давайте посмотрим, что за пиццу нам принесли. Господи, банда, вы просто посмотрите на эту упаковку, какая же она жуткая.
я! Но все же обратите еще внимание на Фредди Фазбера, посмотрите на его глаза, они прям налиты кровью! Как будто он хочет кого-то убить! Это жесть, Суприм Банда, надеюсь, что с пиццей будет все нормально, давайте же посмотрим на нее! Я так переживаю! Посмотри, что это красное! О, черт, Банда, неужели это кровь? Откуда это здесь? Просто посмотри! Идет с этой пачки, ты видишь? Да. О, черт, надеюсь, что с пиццей все нормально, давайте откроем и посмотрим! О, черт! Что это такое? Что это такое? Здесь отрубленная рука, ты видишь? О, меня сейчас стошнит! Меня тоже, это отвратительно, Банда! О, черт, просто посмотри, здесь еще отрубленные пальцы лежат. А еще это кровь, это жесть. Как же оно воняет, Банда, вы даже не представляете. Погоди, у нас же не было курьера. Неужели это конечности курьера, Суприм Банда? А что если аниматроники просто его убили? Я просто в шоке, посмотрите, так вот откуда эта кровь. Черт, как же оно воняет! Как вообще пробовать эту пиццу, как ее есть? Это жесть, Суприм Банда, тут настоящая кровь, вы видите эту жесть? Черт возьми, Суприм Банда, я просто отказываюсь это есть, это очень опасно! Они могли эту пиццу приготовить из человеческого мяса, учитывая то, что здесь лежат отрубленная рука и пальцы! Суприм Банда, я думаю, что нам нужно позвонить в эту пиццерию Фредди и узнать, что за пиццу они нам отправили! Потому что это пицца, это полный ужас, там все в крови, отрубленные конечности. Итак, Банда, я набираю прям при вас. Сейчас мы разберемся, что они нам прислали. Тем не менее, посмотрите, просто скинулось, что за бред, набираем снова. Почему вдруг внезапно этого номера больше не существует? Посмотрите, что это за бред? Как будто нас просто обманули, но пиццерия Фредди перестала работать. Ладно, Банда, давайте попробуем хотя бы один кусочек. Я должен попробовать эту пиццу, не зря же я ее заказал. О, господи, фу, это просто отвратительно. Я вижу, что вот этот кусочек не полностью в крови, я смогу его откусить. Это жесть, Банда, просто посмотрите на эту пиццу, как это отвратительно выглядит. Тем не менее, о, черт. Отвратительно. Ой, Сереж, что там? Сереж, что там? Она просто отвратительная, Суприм Банда. Она полностью невкусная, фу. На вкус как тухлое мясо, Банда, это ужас. Нужно ее срочно выкинуть, Суприм Банда. Нужно выкинуть эту пиццу, она воняет на всю квартиру. Что случилось, Сереж? Не знаю, мне очень плохо. У меня просто все плывет в глазах. Дай потрогай лоб. О, господи, у тебя жар. Черт, это жесть, похоже, пицца была отравлена. Мне очень плохо. Пойдем быстрее в кровать, тебе станет легче. Черт. Давай, Сереж, аккуратней. Если Сереже не станет легче через 5 минут, я вызову скорую. Проходи вперед. Суприм Банда, вы даже не представляете, как мне плохо. Эта жесть, там точно была отрава. Нет, Сереж, аккуратней. Принеси мне воды, пожалуйста. Да, сейчас. Я просто в шоке, что они прислали такую пиццу. Возможно, они специально травят своих покупателей. Но зачем? Так, где-то здесь были стаканы. Нужно быстрее набрать воды, пока Сережа в сознании. Потому что если с ним что-то случится, нужно будет точно вызывать скорую. О, господи, давай быстрее. О, есть, есть. Нужно быстрее отнести Сережа. Главное, чтобы после этого Сереже стало легче. Кто-то вошел. Кто это? Кто это зашел? Господи, это же аниматроник. Аниматроник Бонни. Что он здесь делает? Куда он идет? Он что, ищет нас? О, господи, нужно быть тише. Надеюсь, он меня не видит. Это реально аниматроник Бонни. Как он влез в квартиру? Нужно быстрее рассказать Сереже. Сереж, я только что видела. О, господи, Сереж, с тобой точно все хорошо. Может, скорую вызвать? Не нужно. Что ты видела? Я видела аниматроника Бонни. О, черт, он что здесь делает? Как он залез в квартиру? Я не знаю. Он, наверное, ищет нас, чтобы убить. О, господи, скорее всего, никакого курьера и не было. Это аниматроник Бонни принес нам пиццу, чтобы мы ее съели и отравились. И все это время он стоял под дверьми и ждал этого момента, пока мы ослабнем, чтобы напасть на нас и убить. О, нет, что делать дальше?
Я не знаю, я очень плохо себя чувствую. У меня просто все плывет в глазах, я ничего не вижу. Еще я не чувствую своих ног, они полностью онемели. Я не знаю, что делать. Следи за ним, чтобы он не вошел в нашу комнату. Если он войдет, то он просто застанет нас врасплох и убьет нас. Да хорошо, я не вижу его, где он? О, господи, это же он. Идет посмотреть на пиццу. Он хочет увидеть, ли мы ее ели. Сережа, он очень близко, нужно быстрее спрятаться. Я не смогу идти. О, господи, давай быстрее в кровать. Открывайся же, давай. Залази, давай быстрее. Как же вот вылетает. Давай, аккуратней. Аккуратней, давай, закрывайся. Сиди здесь тихо. Теперь мне нужно спрятаться. О, сяду в шкафе. Быстрее, банда, он уже близко. Я слышу этого аниматроника, он где-то рядом. Посмотрите, вот он. Надеюсь, что Настя кого-то приведет. Иначе я тут просто погибну. Нужно где-то спрятаться, потому что этот пони может зайти в любой момент сюда. Какие нужно спрятаться под стол. О, господи, как же болит живот. Вы даже не представляете, банда. Там явно была сильная отрава. Они специально это сделали. Они убивают всех, кто заказывает у них пиццу. Или же они специально это добавили для меня. Я без понятия. Это жесть. О, мой живот, господи. Я просто в шоке, банда. Что это за жесть? О, господи, как же болит. О, черт. Окей, быстрее под стол. Бонни может прийти в любой момент. Вот так вот, аккуратно. Я очень надеюсь, банда, что Настя найдет кого-то, и он сможет нас спасти. Иначе Бонни не оставит от меня и мокрого места. Это очень опасный аниматроник. Однажды мы его разрезали, и он чуть ли меня не убил. Похоже, что он хочет нам отомстить. Нужно тише себя вести, чтобы он точно меня не услышал. А, как болит живот, черт! Как будто изнутри что-то съедает желудок. А, черт, нет! А, нет, не трогай меня!